Последние несколько месяцев оказались для врачей очень загруженными. Из-за распространения штамма омикрон количество заболевших резко возросло. В сутки врачи получали порядка 4000 вызовов, а в поликлиниках скапливались очереди. Но ситуацию удалось стабилизировать. Руководители медучреждений стараются сократить время ожидания врачей. Глава округа посетил поликлинику номер 3 и лично убедился, насколько быстро продвигается очередь перед кабинетом. Пик. Время ожидания 30 минут, а сейчас сколько оно стало? Сейчас оно 10-15 минут. То есть в два раза сократится для ожидания. Работа поликлиники организована так, чтобы максимально упростить получение и закрытие больничного. Надо сейчас объяснять вам, что не нужно приходить в поликлинику для того, чтобы закрыть больничный. Его можно закрыть дома, дистанционно, это несложно. А если кто-то не понимает, как это делать, нужно разъяснять. Чтобы помочь жителям разобраться в новой системе, на помощь пришли волонтеры. Они обзванивают пациентов и помогают посетителям. Разделили также и потоки пациентов. Первичный терапевтический прием ведется в поликлинике на улице Строителей. Еще две поликлиники работают на прием узконаправленными специалистами с отдельным входом. Это связано, во-первых, с риском заражения людей, которые не больны вирусными заболеваниями, а пришли по своим делам, так скажем, по хроническим заболеваниям. Сейчас, по словам медиков, количество заболевших коронавирусной инфекцией вышло на плато. И в ближайшие несколько недель врачи ожидают улучшения эпидемиологической ситуации.